Разберемся с умножением, ну и, соответственно, делением, потому что в прошлом было не только сложение, но еще и вычитание. Итак, что с умножением? Представьте себе такой пример. И вам нужно найти А. Как всегда, мы всегда ищем А. Что делать? Складывать с двух сторон, добавлять сюда, ничего не получится, потому что А делить на Б — это как бы отдельный блок. Да? То есть этот отдельный блок сложением не разбить. Но что же тогда делать? Нужно умножать или делить. В данном случае мы с двух сторон попробуем умножить на что-то. Так, давайте посмотрим. От чего нам нужно избавиться? Нам нужно избавиться от B. Как бы сделать так, чтобы уничтожить B? Ну, если B снизу, так сказать, то есть на B делят, мы знаем, например, что 2 делить на 2 равно 1. Да? То есть нам нужно сделать так, чтобы сверху тоже появилось B. Но это нельзя делать просто так. Это нужно делать с двух сторон. Поэтому мы попробуем с двух сторон умножить на b. Умножим на b здесь. И умножим на b здесь. Вы помните, почему? Что? Здесь я такую звездочку поставлю. c и c делить на 1 – это одно и то же. Да, поэтому мы умножаем с двух сторон верхней части на b. Но при этом мы понимаем, что здесь верхняя часть — это c, потому что здесь можно записать ее как c делить на 1. Значит, умножаем. И вторая звездочка еще. Помните такую штуку? А делить на b. Ладно, про это потом поговорим. Даже вот такую штуку. Сейчас. Значит. Ясно.